Всем привет, уважаемые чаята. Пока конвертируется предыдущий видос, я решил заранее еще сделать еще одно прохождение двух миров. Давайте, в принципе, снова за то, да, потому что... Начнем. Сердечки, снова сумели здоровье. Ладно. Опа! Ох, помню эту часть уровня. Помню, как мне было сложно проходить тогда эту часть уровня. Потому что там я постоянно падал куда-то пропасть. О, сартуха меня спасла, хотя я сам чуть не умер от сартухи. Сартуха решает все. А что если вот это вот П синее такое обычно? Это означает игрок. То есть ну, предполагаю, что они имели в виду игрок. Буду летать. Все, арабская ночь, чё уж там. Арабская ночь. Аладдин, ой, приключения. Блин. Хотя... В принципе, можно предположить, что... Шутка про Аладдина. Всё, что Аладдин думает. Знаете, он джекпот подбил. Верда, не убивай! Стреляй меня огнем! Я скоро позвоню 911. Не убивай! А, насилие! Насилие над людьми! Это не ребенок, блин. Вот ты узнать бы возраст его. Я лишь подумал, что это ребенок. Не знаю почему. Судя по прыгам. Давай я себя сначала сниму эту сраную бабочку. Она оказалась высена в бауде. Саран чуть подбомбил. Нет. Лично. Я знаю я, что фейл. Снова проиграл. Снова проиграл. Хотя казино это...
Спасибо. Спасибо, казино, но казино как раз не моё, конечно. Мне казино сильно достало из-за рекламы. Так что я решил вылазить полчаса рекламу казино и сам казино использую. Помню. Опа! Не, ну ахер иди. Здоровенный Павел Волк. Так, считай, еще. И снова разбрасываем бомбу. Так, опять бомбу. Опа, не то. Хотя взять монеток бы не помешало. Кстати, не понял. Найди хоть какую-то бомбу. Блин, то есть я не могу вот так сразу спуститься и упасть с лестницы. Интенны. Всегда позаботятся о вашей безопасности. Наверное. О. Ха, не задел. Блин, я ж в итоге не смог найти. Я точно не связал. Блин. Не плачь. Я пошутил. Вспомнил, что... Говорили, что новый Nintendo будет не свой сон. Он, по сути, выглядел... Не знаю, что... Что-то похожее на его. Не убивай меня! Опа! А что за серьёзно? Здорово! Здорово, как дела? Да что такое? Ты что делаешь? Сальто, решаю все. Сальто, это же все. Не убивай меня. Да и ладно. Ну да, скрестите. Хотя ладно. Спасибо. Получается у меня. Тебе этого получалось. Последняя попытка. Не хочу на этом. Воу!
Блин, тогда почему показал X знак умножения? Я подумал, что сейчас у меня будет 14 жизней, а в итоге это оказалось, что добавление еще двух трупов. То есть на деле это просто добавление дополнительных двух дополнительных жизней вместо сразу два раза. Планирую вот так вот еще заюзать. Каких-то шагай, какие-то... Чё? Опа! А мне, в принципе, нравится та механика, где левое и правое объединены вместе. И смотрите, вот, допустим, я тут. А теперь я тут. А теперь я там. Теперь я там. Блин. Шагай, ты мне прервал ситуацию. Да не переживай ты так насчет ключа, не просрочу я его. Ага. А, конечно, ты меня зацепишь. Мне больно! Не ругайся! Не ругайся, начальника! Блин, я и сам чуть не обосрался. Блин, ну зачем я сейчас прыгну? Блин! Не умер. Так чуть не умер. Представьте, если бы я сейчас умер от рук друга. Тогда было платить штраф. Ибо нехер убивать ничего не повинных людей. Это бы не совсем подножка. А, я не могу просто заставить стенки. Хорошо, что-то пофиксили, просто я не могу нормально пройти игру, если я вдруг застреваю в какой-нибудь стене. Или полный беспросветный шок. Как еще ключ взять? Да хватит! Господи, Фанто! Тебе что, жалко будет? Тебе жалко, что ли, что я стырил у тебя крюк? Это мой крюк. Иди нахер. Чуть не попался ему в лапу. Вообще так отлично уходит, увеличивая свое разрешение. Ай-яй. Да меня сейчас опять он убьет. Вы что делаете? Да не убивайте меня! Я ничего вам не сделал, чтобы вы меня убивали. Это я сейчас испугался. Потому что меня чуть Фанто не убил. Какой-то экстрим, если честно. Чувствую, это экстрим какой-то. Блин, я упал. Это быстрей! Ой! Не пугайте меня такими эффектами, пожалуйста. Прыгаю к эпилепсии. Блин, не пугайте меня так, как будто... Больше не было. Я даже чуть не обосрался, когда мне Фанту так зацепил.
один. Я даже не знаю, откуда начать, сверху или снизу. Слышь, ты штраф будешь платить за то, что ты не повышал. Опа, чё за Аллах-Акбар? Чё? Наверх ты не доберёшься, если не будет у тебя дополнительных полосы. Но вот тут дополнительная полоса здоровья должна быть. Еще быть быстрым, так вообще. Так желательно не попадаться в лапы этим хитрожопым сволочам, которые зажгут нахер ваш пукан. Простите, ниндзяи. Простите меня, ниндзяи. Ай, за что? Время каким-то странным образом останавливается, если буквально дверь. Знаете, такой заворуду на несколько секунд. Своеобразный заворуду. Я не доверяю таким способам. Я не доверяю таким способам. Не доверяю таким спускам. Мало ли там подвох какой прячется. Подвох, который я не знаю. Господи. Не. Подвох, который ты не ожидал. Это что такое? Еще раз. Сальтуха. Опа, путь сверху. Я думал, ты далеко единственный путь. Сальтуха, выручай. О. Знаете, как я уже сделал? Сальтуха. А вот это было экстремально. Очень жестко. Да, это жестко. Это ж как я буду... Это ж как я должен обходить. Хотя не... Хотя не... Прости... Ай, нельзя, еврей! Меня нельзя, и но вы погребаете. Твою мать! Робот, не убивай меня! Не надо меня убивать! Нахер иди! Твою мать, ты чё на меня налетаешь-то, а? Я тебе чё, должен налоги, что ли, платить? Я не удивлюсь, если это и есть преступник. Преступник. Да хватит ты об стенку долбиться-то, а? Я пошутил. Хватит меня задевать!
помоги. Не, прости. Я там звать Робопир не лезу. Я тебя буду звать просто Робопир. Да не долбись ты об стенку, а? Тебе что, шутки не понравились, что ли? Это пока у тебя плохое чувство юмора. Нравится. Сейчас этого босса будет проходить долго. А сколько ударов ты ему нужно нанести? 6 что ли? Хотя, судя по всему, сколько он здоровый, да. Ты че мне сразу-то уносишь? Твою мать! Блин, я еще и прервал катсцену. Ну давай, наезжай на меня, блин. Ты тоже по этой сволочи. Ай, стреляй своими боеприпасами. Это нормально, что я могу нанести ему больше ударов. Поднять самого робота, ну конечно. Ага. Ага. У тебя система не рабочая. Почему ты так покачиваешь головой, это непонятно. Давай. Давай, езжай, покачивай, блин, своей головой, а. Да стреляй ты уже боеприпасами. Ты чё? Меня сейчас так убьёшь. А, я хилку еще оставил. Хилку еще оставил. Чё? Это была последняя хилка. Ты чё сделал? Да не покачивай ты своей головой, а. Голова будет крутой. Хотя ты широко. Хотя ты широко. Я широко. Блин! Ай-яй-яй-яй, больно! Робот, блин! Ты еще не настолько железный. Не знаю, что он сразу... Я не знаю, что ты сразу... Покачивай ты своей головой, а ты меня пугаешь. Чё, я призыв? Дай мне свои боеприпасы, сейчас мы тебя... А, нет, там бомбы. Я бы тогда напоследок взял еще и... О, хилки закончились. Ты, ладно. Choose a player. Давайте с молотода. Четвертый мир.
и оба. Спасибо. Продолжим. Тихо. Бля. Больше неудобно, когда там пропасть, а уровень-то чуть-чуть иной. Это просто побольше. По большей части лёд, льда там больше. Там-то легко подскользнуться, наверное. Я, конечно, прыгнул наверх только потому что это монетка. И вот монетка. Блин, господи, ты чё не падай? Давай я сделаю это за тебя. Ну чё? Блин. Я официально встретил, похоже. Я официально встретил 300 спартанцев, которые не среагировали на меня. И снова подсказываемся. И снова бачок потик. Да ты чё? Ай. Да что вы всегда напарника, что ли, нанимаете, который может поджопника дать? Если да, то это очень странно. Откуда вы вообще нахрен взялся сзади? Как их заставить упасть в пробку? Да чё вы? Только не надо меня сзади бить. Ладно. Допустим, я дошёл до той части, где ракета. Блин. Не подсказнулся в саму ракету. А я не знаю, взял я монетку или нет. Как тебе такой Илон Маск? Это я походу с оператором. Аж их камера стреляет огнем. Да ладно, я думаю, что эта хрень похожа на камеру. Опа. Сальтуха, включай. Первый уровень, где почти нет босса, но играет тема босса. Просто чистое испытание. И ладно. Choose a player. Да сколько вас там не же? Вы чё, армию что ли собрали? Здравствуйте, где жить? Блин, что-то напоминает мне... Блин, что-то вспомнил одну историю, где я впервые увидел ежика. Нет, не смешаю, пока именно обычного ежа. Не знаю, не помню даже в каком году, но точно в детстве, по-моему. Точно в детстве. Это вот за детской площадкой я уж что ли видел. Тогда эти мыши действительно еши. Не, я помню тот факт, потому что мне. Без комментариев. Я и так несколько секунд без комментариев говорю.
Блин, я вот реально не понимаю, почему фонтан может убить игрока. Я даже не понимаю, каково предназначение фонтана из кита. Конечно, чуть-чуть слабак, сорян, не хотел сказать. Это какой-то чуть-чуть слабак оказался. Это бог любит прыгать с ним. Спрыгивать. Сейчас... Я бы мог промотать, но... Что-то не вариант. Я сейчас говорю про мотку, которая как бы ускоряет чуть-чуть игру. О, как-то смотрится очень странно. Я похоже фейлюсь больше. Вот из-за фейлов вытягивается, конечно, серия. Но возможно. Я даже не уверен, что она будет угарная, потому что. Блин, запутанный прыжок, потому что я подумал, что я буду пропасть сейчас. Умер возле места варпа. Ты продолжи! Ай, ладно, с самого начала умер. Да как пережить этот налет мух? Потому что и не мухи, я не знаю. Я даже не знаю, на что эти существа похожи. Вот эти вот летающие с вилкой. Или это и не вилка, я не знаю. Мне больше казалось, что просто они держат в руках эту вилку. Да. Хорошая ностальгия, если честно. Я вроде еще никогда не играл в снайперскую версию. Ну там, в принципе, то же самое, что и в NES-овской. Тоже графика. Поехали! Чё вообще попутал? Ай, хотел вызвать свои силы, чтобы победить этого шайка, который у меня стыкнул почти всё и быстро у меня отнял. Я вот не знаю, в следующем прохождении сюрпризе. Мира. Ну, в принципе, так же два мира закончить. Блин, вот это... А я думал, он сдох навсегда. То есть, удерживайте вниз, а иначе, если вы отпустите, то получим просто нахер будет завершать. Ты сюда, пожалуйста, братан, подвези меня. Ну ты что сделал? Стасян, ты дебил, конечно. Ебать, что не круто. Давай, Стасян, подвози меня. Не стреляй меня огнем во время перевозки.
Сартуха. Сразу сдох перед... Знак нормально выразится. Перед тем, как подраться. Это Хьюки? Точнее, а ничего другого нет, чем ушатать Бирду. Давай, блин. А вот то, что ты мне выстрелил. А вот то, что ты мне выстрелил в голову, это обидно. Сорян, я же говорю, еще не привык что-то. Потому что Бирду мужик. То есть как, мужик по полу. Так, а что наверное? А мне откуда знать, что там? Да не стреляй ты огнем, а! Сразу ты мне вообще в голову выстрелил. Ты террорист. Кстати, примерно так я вижу... игроков. Ну и Скайварс. Я, в принципе, не знаю, потому что я люблю хитрожопные сети. Ты че мне в голову опять стреляешь? Черт, а я откуда мог знать, что там бомба? Блин, сына лоха. Сына лоха. Где же сына лоха? Где же сына лоха? Сын лоха. Нихрена, ну это ладно. Choose a player. Не понял, юмор, а ты на... Ты чё тут нахрен делаешь? Не, нахер это делаешь. Всё, мне. Ты чё тут нахрен делаешь, а? Чё ты тут нахрен забыл? Давай обратно падай. Надо было. Чё? А, зачем же я задел Бирду, когда может быть действительно наступить? Смотрим тут красивый пейзаж за окном. За игрой бы хотя бы сартуха. О, точняк, грибная сальтуха. А чё? А это чё за хардкорщина? Опа. Держись. Ю! А вот за это было... Паренчик не задел. Умри, у меня чуть не задел. О, господи, боже мой, вам чё, умрёшь, что ли? Так хорошо, так кайфово, когда вы с меня тырите единицу здоровья. Не-не-не-не,
моя кукла. Это моя кукла. Зачем вам? Зачем вот так кукла полезна? Я не вообще ради эксперимента. Давай подвози меня. Давай подвези меня. Тем более самый аккуратный у нас прыгун. Можешь подвести меня. Падай. Опять шипы. Что-то я припоминаю эту часть. Блин, сальтуха в этот раз грибная не сработала. Очень жалко, что грибная сальтуха не сработала. А я не знаю, что там. Ну и долго вы там будете мочить друг друга. Давайте там слияние. Вот слияние. А что если на самом деле вот эти вот... Терем ключи, это беспокоит Фанту. Да, он же охранник ключей. Тут просроченное что-то. Знаю я тебя. Ты нахер. Ты нахер, Фанту. Ты меня однажды заставил чуть не обосраться. Ну иди ж ты нахер, а? Да тебе что, падло от меня отстать, что ли? Давайте узнаем, что там. Узнали. Теперь мы сдохли. Теперь надо начинать уровень заново. Да, прохождение этого мира будет сложно. Хотя, да, на 40 минут уже затянули. Только я не помню... С каких минут я закончил проходить первые и вторые миры. Ой, первые и вторые миры. Правда, я нелепо что-то умер, если честно. Вспомнил, что я что-то умер нелепо. Я вот чисто пришел. То есть я пришел туда, чтобы глянуть, что да как, что там содержится. И я сдох по своей глупости. Мы России башни такова, никогда не... Пока не доверяйте сразу, потому что вы не знаете, чего вас может ожидать подвох. Вот вам собственный пример. Нет. Я чувствую два видоса в день. Если два видоса в день. Бля, мне надо побыстрее четвертый мир заканчивать, а то я что-то уже кушать хочу. А я хочу жрать. Блин, сальтуха чуть не помогла. Опа. Грибная сальтуха. Вот что она мне нужна. Ты чё? Чё, не скажи так? Ну ладно, сражайся со своей сраной клубой. Сраной клубой с дверью. Которой ни хера нет. Да вот ты уже. Ты чё? Мне больше нравится, как этот чудик будет цепляться за стену. А вот тут он сейчас ударился в стену. Удивительно. Сейчас что там?
потом. Что в этой комнате? Спасибо. Короче, я не понял принципы этой бонусной комнаты. Разве что это как будто колесо обозрения. Падай! Накоребать. Блин, чувствую, прохождение затянется и на 50 минут. Что так получится. Я бы мог, конечно, записать прохождение корявых переводов игр, но я бы мог записать, если бы я заранее не играл. Дело только лишь в том, что я уже там поугарал с корявого перевода. Опять же, заметил, что пираты нормально так. Короче, они конечно, провалились с русским переводом. Вот, допустим. Короче, попробуйте. Ой, блин. Пока я говорю, я бился за дети. Знаете, так как испытание выжить. Не в выпуске гоны мяч прыгун, но Шиманску есть пример. Да бля, вот хочу я разогнаться. Вместо этого я просто поднимаю этого чудика. Пока терпеть. Пожалуйста, будьте терпеливы, я не аккуратен. Я бы мог, конечно, ускорить, но это как-то странно. Блин, а это как я должен? Грибная сатуха! Чёрт. Ярик, бачок потих. Скажи бачку, что не надо течь. Бачок, не надо течь. Ты чё? Ты чё удумал? Ты задрал, господи! Твою мать! Ты серьезно? Кстати, удивительно, что можем их замечать. Блин, кстати, полезно для... Кстати, полезно для тех, кто застрял. Правда, мне потом придется проходить заново. Но зато я нашел выход из ситуации. Думаю, вы видели то, что я застрял, конечно. Ё-моё, так и заключил застрять и перезапустить уровень. Это, конечно, фейл. Грибное сальто. Прости меня, но... Ай! Хе! Как тебе? Чё? Это дерьмо. За ухудос. Хе-хе! Случайно вспомнили здесь Ермакова. Потом Зайн за ухудосился, как-то я. Кстати, потому как он... Типа...
отреагировал на то, что это не 9, а 6. Насколько я понял, он даже чуть вдохновился этими видосиками. И, допустим, что это за покемон? О том, как этот парень сказал, что это Пикачу. В итоге это оказался Джиглип. Хотя я примерно так же вдохновлялся. Не знаю, я бы мог, конечно, еще обзор сделать. Конечно, жалко, что я обзора что-то не берёг. Папа, задачу. Давайте подождем, когда этот парень вытащит. Как заранее подготавливаю грибную сальто? Да почему? Блин, ладно. Хоть крючок. Не знаю, что это переживание. Так, все, прости меня, охранник ключей, не убивай меня! Ой, не-не-не, я не буду кидать. Если че, я буду кидать ключи. Потому что этот чудик захотел пойти нахер. Ты задрал, господи. А тебе что, жалко, что я ключ возьму, да? Знаете, сейчас я возьму. Ты чё? Чё маской на меня задел? Хереть. Надеюсь, прохождение не затянется на целый час. Нет, ты меня не остановишь, я буду все равно тебя кидать. Лишь бы ты мне здоровье вернул. Верни мне нахрен здоровье. А теперь кидай, а теперь падай в Спарту. А, вот тут я однажды запарил. Ты че меня куснул, а? Нахрен это сделал? Что это? Ты слишком горячий, как прикасаться. Что ты несешь? Ай! Ты чё? Ты чё, пёс? Ты чё, пёс? Я тут уже не знал, что он сейчас... Ну, в принципе, не затянулось-то на целый час. Блин, а представьте, сколько сейчас эта запись будет весить. Напишите в комментариях. Пройти остальные три мира, то есть остальные три мира в одном видосе, или пройти два мира в одном видосе, а уже в следующем видосе записать последний. Напишите в комментариях. Всем пока, челлята. Надо придумать что-нибудь другое, чтобы я мог нормально называть так подписчиков, блин. Как-то странно, если честно. А, всем пока.